Добрый вечер, дорогие смелые люди. Мы рады вас видеть. У нас все тут метания были, то билеты продаются, то забираются обратно. Но мы желаем тем, кто не смог прийти, но уже купил билеты, выздороветь побыстрее, набрать антител и приходить в следующий раз. Мы сегодня отмечаем день рождения Виктора Семеновича Берковского. Родился он 13 июля 1932 года. И ему было бы 89 лет, а в следующем году мы отмечаем 90-летие. И уже начали к этому готовиться. Мы запланировали запись нескольких дисков с его песнями. Два, по крайней мере, мы запланировали. Один с тобой запланировали. Я первый раз слышала. Ты сама мне предлагала. Хорошо, я не буду отказываться от своих слов. Когда-то это надо реализовать, вот в год 90-летия, по-моему, самое время. Так и сделаем, хорошо. Вот. А сегодня мы предлагаем вам попеть его песни. Это был человек-праздник, так его назвал, по-моему, Юрий Левитанский. А может, Давид Самойлов, я могу путать, кто из них первый произнес фразу, что Берковский человек-праздник. Он действительно очень любил сборища, любил праздники и писал к разным праздникам песни. Специальные. Вот одна из них была написана на стихи, которые предложил ему Булат Шалыч Акуджава на турбазе Дома ученых на речке Гавы, пока жены собирали грибы. Булат надиктовал эти стихи на диктофон, и Берковский сочинил эту песню в подарок своему другу Аркадию Мартановскому, которому ехал на день рождения. Ой, а звук у нас нет. И потом все концерты мы с ним начинали с этой песни. «Божественная суббота» или «История о том, как нам с Зиновьевым Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». «Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Не суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснуться зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз, на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных зубов. Мируй, мой друг сердечный, сдаться не спеши, пока течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз, еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы наш век одарит нас. Thank you.